Копенгаген вела. Пробки. Попросила Наташу внести в навигаторе улицы. Ехать один день 8:30. Наташа, нормально, скажи. Привет, привет всем. Наташа только что ввела Копенгаген. Да я не ввела Копенгаген, он сам ввел. Просто 2000 с чем-то километров и ехать один день, 8 часов и 30 минут. Это просто мой телефон хочет Копенгаген, все понятно. Что за ужасный звонок, господи. Здравствуйте, здравствуйте, привет, привет. Да, Марин, да, привет. А? Хорошо выглядишь, да, я не накрашена, если честно. Спасибо. Привет, привет. Так, а ночью? Привет из Одессы. С кем еду? С Натусей. Ну, Бичан, ну хотя еду бы на пару часов. Едем. А решать делишки по бизнесу. А тебе больше вот не с кем? А потом еще одно дело есть. И потом еще тоже. Мне еще очень один жарик. Привет. Привет. Мне из Беларуси. Привет. У меня просто в субботу Надька Ермакова, а завтра никого. Привет. Ты с кем сейчас встречаешься? Нет, я ни с кем не встречаюсь, у меня никого нет. Я свободная девушка в свободном полете. Да, Ольга, был Ольга у меня пойдет завтра ко мне. Ухажер. Вот, но через неделю после знакомства он меня познакомил со своим ребенком, вот, но сейчас ну, понятно, я... понятно, конечно, куда ты? Не знаю. Да, да, да. Не готова к отношениям, это точно. Ну, ты еще подумай, и я еще подумаю. Вот. Давай, Саша, значит, мы не помирились, и я не намерена с ним мириться, это точно. Вот. С кем ты там не намерена? Наконец-то, Оля, ты здесь, да, привет. Да это вон, если бы не Наташа, я бы вообще в прямой эфир не зашла. Ты милая, спасибо. Привет, Дагестан. Ты общаешься с Викой Борисевич? Ну так, немножко. Габозов сказал, что ты живешь с парнем, с кем была в отеле. Да, конечно, он же все знает, он же самый умный у нас, Габозов этот. Ужас. Стала об этом говорить, поэтому я не буду... Она на... со мной живет, ребят. Да, и сегодня она переехала, она приехала ко мне. Да. Я. А до этого я жила с Мариной Джураевой и со Светой. Вот. Я живу с девочками. Я не изменяла, я устала это говорить. Мне как бы... Бэр, я устала. А вот кто изменял, так это Саша, наверное. Вот ну, вы сами Саша, да, видели, Саша. Вот он выкладывал фотографию с этой с девушкой. И за пару дней до этого он говорил, писал мне о том, как он меня любит, что он без меня не может, он хочет меня вернуть. Вот. Ну, как бы мы так по моему навигатору едем, да? Ну, да. Да. Наташа. Я еще не читаю это. Да. Ой, дай посылать с телефоном. Сейчас я Кристине отвечу. Ты навигатор только сколько там прямо ехать, посмотри. Мы с Сашей расстались, я свободная девушка. Слушай, еще 7 километров. Прямо. Какие красавчики сидят. Да, Ваха завтра ко мне идет в 10. Олечка придет. Блин, моя Наташа, смотри, как бы. Ужасные мужики, посылаю их. Не надо мне вот этих. Так. Они редут. Слушайте, Жарик, ребята. Жарик, даже не обращай. Жарик, не улыбайся. Они будут думать, что... Блин, я же не им улыбалась-то. Ну, да, они будут вот думать, видите, что ты вертуешь с ними. Вон, видите, рядом машина ездит. Ненавижу. Все, ладно, я не улыбаюсь. Да не улыбаюсь, я спокойно. Жарик, дай мне телефон, а? Я начала вести машину. Мне как бы это... Дай мне навигатор. На тебе навигатор. Поменялись. На, вот тебе навигатор, мне телефон. Тихо. Нормально так, Шумахер. Так, нравится имя Алиана вам? Нет, не Алина, не Алиана. На проект не вернешься? Нет, не вернешься? А, пока нет, точно. Так, вы были с Сашей хорошей парой, Жарикова все понимает, что ты Саше не нужна, ты одна не поняла, жаль, глупышка. Ой, блин. А Наташа говорила мне, не надо с Габозовым. С кем ты связалась вообще с этим ужасным человеком? Не слушала я людей, которые мне правду говорили об этом человеке. Вот. Да я не то, что о человеке говорила. Я говорила, что, Оль, ты зайдешь в ситуацию, когда тебя грохнет мама Саша грохнет тебя, и Алиана.
Вот и все. Это же просто, если зайдешь, так сразу получай всех вместе. Передай мне привет. Привет! Смотри за дорогой. Куда едете? Мы едем на встречу. Новослободская. Я запомню это. В Копенгаген. Копенгаген. Слушай, у меня просто в Копенгагене друг живет. А ты в курсе, что мы опять Таганку проезжаем? Это как такое может быть? В натуре? Да. Ты в курсе, что мы только по низу здесь ехали? Ты в курсе, что мы просто сделали кружочек? Я-то думаю, почему мы до сих пор не доехали? 19 минут нам ехать. Охренеть просто. Это твой телефон. Потому что мы должны были выехать там и завернуть. И, блин. Ладно. Это все ведьмы. Это все Габозов. Так, ты красивая, молодая, Саша старик. Да не в старике дело, мне кажется, да, Оля? В этом дело. Дело вообще в отношении. Какой он человек? Вот он в 35 лет, ну чего он добился? Ничего по жизни не добился. Ну это ладно, это хрен с ним. Просто бывают... Вот у меня есть друзья, которым там по 40 лет. Они выглядят как 28. То, что люди следят за собой, ухаживают, не пьют, не курят, ведут хороший образ жизни. Ты видишь, что мы проезжаем опять Курскую? Это нормально вообще? Мы проезжали здесь, Оля. А сейчас Атриум? Сейчас будет Атриум и красные, да, красные ворота. Оля, мы просто покатались по кругу. По садовому кружечку. Иди, камера, на 60. Просто. Блин, сейчас опять снова эта пробка стоит. Ты прикинь, вот эту, в которой мы стояли. Блин, жесть. Ну, Оля, ты молодец. Атриум. Мы проезжаем Атриум. Слушай, я на самом деле не понимаю, что произошло, потому что что-то с навигатором случилось. Мы ехали нормально, и мы должны были быть уже на месте. Да. Вот там сейчас Красные ворота будут. Я просто здесь училась что-то недалеко, красный. Поэтому это метро Красные ворота. Да. Круги делаете. Ну, это нас Оля Бузова завела. Сейчас у меня кто там, Бондарчук разговаривает? Или нет? Это все Бузова виноват. И Габозов. И Габозов, он во всем виноват, во всем. Габозов. В том, что я сейчас живу, Наташа, он тоже виноват. Да, пришла такая ко мне, говорит, я буду у тебя жить. А я такая, ну чё, блин, не на улицу же девку выгонять. Такая, ну все. Теремок у нас теперь. Теремок. А самое интересное, что ко мне еще приехала погостить подружка, одноклассница, ну у меня просто двушка. А к ней пришла девчонка, которую кинул парень. И она у нее плачет сейчас. Короче, у меня бабский... Что-то, походу, я на яму наехала. Как это называется? Бабский бунт дома? У нас дома девчонки, да. Этот секс в большом. О, может, секс в большом городе? Ой, смотри, какой Порш. Вот я такой хотел. Ну, весело у вас, привет. А ты тоже до 35 лет в НЛ собираешься? Ха-ха. Ха-ха. Тебе ха-ха. Не знаю, до скольки. До скольки буду доживу. До скольки буду начать. Я машина, Олина машина, ребят. Олина. Оля есть машина. Не прямо моя. Не говори правду, твоя. А то сейчас люди не поймут и сделают свои выводы. Вот. По итогу ты твоя? Да. Мне просто Саша говорил тоже о том, что я езжу сейчас на машине Паши Коршунова, но я не езжу на его машине. Это машина вообще ухажера, вот, которого я говорила. Просто моя машина в ремонте, так как я недавно в аварию попала. Мне красили двери. Ну да, я могу подтвердить все, что сейчас говорит Габозов и Ольга Васильевна, это все ложь, потому что я как раз-таки в это время начала общаться с Ольгой плотненько, и все эти истории происходили при мне. То есть поэтому я прекрасно видела, что пишет Саша, как себя ведет Саша, и сейчас, конечно, эти истории в интернете, вот это какая-то война. Война. Ну, мне сказали, чтобы я ушла из эфира. Я ушла из эфира. Вся эта война просто. Опять это пробка. Да, я хоть посмотрю, мы правильно едем? Едем правильно. Не в Копенгаген. А ты знаешь, там хотя бы нас ждут. У меня снизу щеки большие, ты меня снимаешь некрасиво. Ну, извини, мне тяжело. Кто там с тобой? Наталья Владимировна Бичан насосала на машину? Нет. Конечно. В кредит. Кредит Porsche Cayenne взяла себе так чутка. И Баров и Алена помирятся? Нет. Не надо Алене такого счастья, не надо. Да. Не желаете. Я просто всегда и Барова называла исключительной мужчиной. Исключительной. Нет,
ты мне вот что, и там же пишут, я там вижу, что там пишут. А вы так долго в клубешник едете? Мы не едем в клубешник, ребят, еще раз повторяем, мы едем на деловую встречу. Мы не ездим по клубешникам, только если по работе. Вот я сейчас начала, еще взяла на себя, помимо там всяких дел, караоке взяла на себя, вот там я периодически бываю. Вот, и Оля ко мне завтра придет туда. Да, Оля? Да. И Ваха, мой друг, придет. Вахтанг, знаете такого певца? Вот завтра к нам, ко мне в гости придет Вахтанг. Так, давай без рекламы тут на страничке. Не, ну не знаю. Вы знаете же, кто такой Вахтанг? Просто интересно. Я не знаю только, кто такой Егор Крид. Не шипали. Не показывай мне. Хорошо, я не буду тебя показывать. Как там вообще на Доме 2? Нет, мы не ночью. Время, насколько я знаю, 10 часов вечера. Без 10-10. Без 10-10. Это не ночь. Мы едем туда на 30 минут. Это ваши фантазии, дорогие друзья. Ночь начинается в 12 часов. Во сколько 12? Люди смогли встретиться, во столько мы и встречаемся. Надеюсь, в 12 мы будем дома. Я думаю, что да. Надеюсь, что тоже в 12 мы уже ляжем кино смотреть. Да. Посоветуйте вот лучший фильм, который поплакать, что будет прям вот... Да, Бичан. Вот прям, чтобы выжидать. Слушай, я тебе сама посоветую, чтобы актриса рядом сидеть. Я столько фильмов накидаю. Будешь рыдать. А ты там свои советские любишь, а я не люблю. Нет, мы посмотрим голливудские. С хорошими режиссерами посмотрим. Я недавно пересмотрела фильм этот. Я посмотрела фильм «Девушка из Дании». Я тебе могу сказать, что это офигительная просто операторская, режиссерская работа. Ребят, если кто-то хочет прям крутой фильм посмотреть, посмотрите «Девушка из Дании». Очень хорошая съемка, очень хорошая операторская работа, режиссерская. Какой я недавно фильм посмотрела, такой прям ахнула. А, «Исчезнувшая». Финчера. Вот, тоже посмотрите. Бичан, ты танцуешь? Бичан в кино работает сейчас. А что с Габозовым? Его мамаша на тебя, что-то там я не успела. Черно беременная, это мы не знаем. Ты тоже ВНЛ? Нет, я не ВНЛ. Я не ВНЛ. Пока что. Нет, ребятушки, мне хватает того, что у меня происходит в моей жизни, поэтому я без ВНЛ. Жарикова, привет! Привет! Оля, ты правда рассталась с Габозовым? Правда! Выходи за меня! Выхожу, давай! Посмотри «Симпсонов». «Симпсоны». Кстати, в Москве есть такие два здания каких-то. И вот я каждый раз, когда они около, рядом с Москвой-Сити, я их проезжаю, я думаю, что я в «Симпсонах» мультики еду. Мне интересно, это мне или тебе написали соси? Наташа, ты не обращай внимания, господи. Оль, вали от нее, понты одни. А «Понты» это было, когда я посоветовала, какой фильм посмотреть? Господи, Наташа, не обращай внимания. Я уже привыкла, что у меня 50% негативных, 50% нормальных будет. Нет, просто мне интересно, когда... Да, есть зритель, который тебя поймет. Мне просто интересно, когда я людям советую хорошие фильмы, хороших режиссеров, чтобы они посмотрели, я не понимаю реакцию эту, ну ладно. Оля мне обещала выйти за меня замуж. Передай, пожалуйста, привет в Беларусь. «Принцесса Монако» – очень хороший фильм. Нет, а чтобы поплакать прям. Чтобы поплакать «Титаник», смотри. Нет, я не плачу. Это не совсем. На «Доме 2» нет сценария. Девчули, не обращайте внимания на этих говнюков. Спасибо большое. Да. Ты общаешься на понтах. Это понты. О! Вот я ее за сегодня отвечаю, четвертый раз слышу уже. Шея болит, блин. Мне просто Imagine Dragon, он мне уже, не знаю, надоел просто. Слушай, я знаю, где мы знаешь, где? Мы на этой. На Садовом кольце. Это да. Все, еду за Олей, давай уже. Мать у Габозова, Чайки, Хатика. Хатика смотрела, не плакала. Еще хочу плаксиви. Оля красивая, спасибо. Бесконечная любовь. Я смотрела тогда. «Бесконечную любовь» целиком, понимаете? Тебе надо смотреть. И «Дневник памяти» смотрела. Еще.
Я вот последнее, подо что я плакала, это было «Виноваты звезды». Я вот так вот подержу, ладно. Я просто ее плохо вижу. Нет, я подержу, не волнуйся. Вы веселый, хочу к вам. Круто, давай. Вы друг друга не бесите, живя вместе. Мы только мы еще не знаем. Вообще-то начнем с того, что не мы живем вместе, а все у меня живут. Давайте я начнем с этого. Да, у меня квартира, у меня... Спеши любить, смотрела. Три бабы еще появилось что? В доме случайно. Черно-белая любовь, кайф фильм. Я смотрела турецкий сериал, а фильм не смотрела. Ты мой дом, посмотри. Ты мой дом, смотрела? Привет, здравствуйте, здравствуйте. Вы курите? Нет. Передай привет Юле. Привет, Юля. А, лестница в небеса. Это романтика, да, такая плаксивая? Так, все. Все, у меня это... Я буду читать, давай. Меня все равно в твоем эфире видеть не хотят. Ну, ребятки, есть вопросы какие-то? Да, да, если есть вопросы, давайте. Фильмы я ей так посоветую. Я же очень пафосная. Поэтому я, как человек пафосный, очень много знаю фильмов. Оля, где твой мужчина? У меня нет мужчины, понимаете? У меня сердце, ну, уже, наверное, свободное. Поэтому нет мужчины, свободная я девушка. Если бы у меня был мужчина, наверное, я была бы сейчас с ним. И жила бы, наверное, с ним, а не с Наташей. Вот. Габозов недостоин. Я тоже так считаю. Привет передай Украине, я хочу тебя видеть. На Украине мне тоже. Слушай, ты понимаешь, что мы опять проезжаем здесь, нет, да? Нет, вот сейчас съездим. На котором мы тогда не съехали как раз-таки, да. Оля всегда веселая. Как жить так можно? Откуда столько позитива? Ох. Врожденная. Это передается с молоком матери. Сорян, ребят. Понимаешь, если бы они увидели бы мою маму, они бы все поняли. Больше бы не было на вопросов про пьянство и наркоту. У меня мама всегда такая, вот такая, понимаешь? Тебе определенно надо с моей мамой жить, веселее будет. Оля, привет, ты классная. Смотрю, он перестраивается, осторожно. Спасибо. Вау. Так, Оля, что завтра делаешь? Какие планы на завтра? Завтра? Завтра у меня дела. У меня завтра... Так, с утра мне не надо никуда, но... Вечером. Потом поеду до Балашихи. Короче, у тебя завтра встреча, а потом ты едешь ко мне. Да. А вечером я еду в караоке. Туц-туц-туц-туц. Ко мне. Да. Габозов вчера сказал, что ты живешь с парнем, с которым ты ему изменила. Это я. Да. Это я. Господи, была бы это правда еще просто, то, что он скажи, говорит. Скажи, пожалуйста, что за фильм «Девушка из Дании». Ребят, всем советую, ценителям реально, если есть такие сейчас подписчики, ценители хорошей камеры, ценители хорошего монтажа, режиссерской работы, офигительной просто актерской работы. Там глаза просто как океан души. Посмотрите фильм «Девушка из Дании». Меня... впечатлил. Я давно такой хорошей работы не видела. Посмотрите, «Девушка из Дании». Правда, мне очень понравился. Вы офигеете. Над сценарием, над работой режиссера, актерской работой. Короче, там все хорошо. Но его нужно понять, этот фильм. То есть его нельзя просто так смотреть, типа на пофиг. Его нужно именно понимать. Ну давай, Белюшка, ехай. Нахер. Мы еще перестроим. В смысле перестроим. Оля, не гони. Ну, Оля, ну, пугает. Да. Нет, я в театре сейчас не играю. Сейчас будут пробы на ТВ-3 сериал. А, плюс недавно я в клипе отснялась у моего друга, скоро выйдет. Какая связь между вами? Вы были на проекте, когда Ольги не было там. Я была на проекте, я ставила «Свадьба на миллион». За 5 дней у меня было, ой, за 10 дней у меня было 5 пар, которые мне надо было номера поставить. Вот «Зима-зима», вот этот великолепный номер, да, ставила самый я. Лучший номер. Самый лучший. Песню, которую все вот любят. Все обожают, любят, да. Вот этот номер с крыльями, с птицами, там все мои танцоры, это все ставила я, ребята. С птицами,
Там птицы были. Ну, вот так вот, когда они так делали, это были птицы, зайка. Ты, конечно, наверное, не поняла этого, но я тебе просто объясняю, что это были птицы. На припеве у тебя были птицы. Они вот так вот еще ручками делали. Нет, это... Ну, нет, это что-то помню. Губки показываешь. Оль, мне кажется, мы вообще не доедем уже. Я не понимаю, что происходит. Оля ездит, как вчера права купила. Оля охренительно водит машину. Я человек, который вообще практически ни с кем не садится в машину, потому что водить люди не умеют. Оля, я могу сказать, охренительно водит тачку. Она молодец. При том, что вот эта машина, она достаточно тяжелая. И она достаточно огромная. Да, она тяжелая, очень огромная. И Оля с ней очень легко справляется. Я КамАЗ возила. Не КамАЗ, а это... Ребята, да, нас назвали шкурами. Ребят, когда такие оскорбления, пожалуйста, фото, видео. Жду на почту. Знаешь, Наталья, нижнее подчеркивание, Бичан, собакамэл.ру. Очень хочется. За всю свою жизнь, за 27 лет, у меня нет ни одной порчи репутации. Куда катите? Навстречу. Навстречу. Ну, правда, уже не просто катим, мы уже опаздываем на нее прям конкретно. Да? Ну, как бы, 22. Да. Надо было в 10 быть? Ну, как бы уже в 10 мне надо было там быть, да. А уже 10, да? Уже, да. Ну, я скажу, что во всем виновата ты и твоя Оля Бузова с навигатором. И Габозов. Я тебе говорила, раньше надо было выезжать. Ну, мы выехали прям очень даже хорошо. Отличная постановка на песню. Наталья, молодец. Спасибо. Спасибо. Все постановки на «Свадьбы на миллион» — это все танцевали мои ребята, это все мои постановки. Собственно, на «Свадьбе на миллион» мы познакомились с Олей. Подзаработать едете? Нет. Не совсем. Вообще не совсем. Из разряда... Сущевская улица. Наташа, хочешь на дом 2? Как участница никогда не хотела, не хочу и не буду хотеть. Как хореограф, возможно, когда мне нравится, когда мне есть что ставить, я хочу быть на Доме 2. Когда мне нет чего ставить, у меня нет фантазии, я не хочу быть на проекте. Все легко. А сейчас пойдешь? Слушай, ну посмотрим. Я думаю, что да, почему нет. Человек года — это вообще моя специфика. Я же тогда, в 2016 году, такой человек года замутила. Ты бы только видела. Особенно мне понравилось то, что я поставила Африкантовой и Андрею Чуеву. У меня там были шахматы, у меня девочки были в белом, мальчики в черном. И такая, знаешь, типа, зло против добра. У меня был, типа, Чуев зло, а Марина была добро. И они там вообще сражались, как на шахматной доске. Это было очень круто. Я эту постановку очень люблю. Как личная жизнь, когда замуж... Когда позовут в следующий раз? Я уже сказала. Меня спросили, Наташа, когда замуж? Не знаю, ребят, не хочется мне пока замуж. Габозов сказал, что Бичан сексуальная. Блядь, это не только Габозов говорит, ребят. Это даже вон Жарикова говорит. Жарикова, ты говоришь? Конечно. Все. Бичан, ты что игноришь? Наталья умничка просто. Спасибо. Наталья, вы тоже в НЛ занимаетесь? Нет. Да. Я не занимаюсь НЛ. Что? Да. Неправда, я не занимаюсь. Все в НЛ. Клянусь мамой своей, не занимаюсь. Пока. Месяце. Пока. Пока. Ну просто я поклялась мамой, поэтому пока, знаешь. Вдруг со мной что-то в этой жизни случится. Я кем только не работала в своей жизни, понимаете? Я даже помню, что я в детском лагере мыла посуду, когда хотела. Короче, там была такая история, быстро расскажу. Мне понравился мальчик. А мальчик был... этот, господи, сыном начальника лагеря. Ну, мне тогда, стоим-то, мне тогда было 15 ребятки, лет. Ваши карандаши. Мне тогда было 15 лет, и мне очень понравился мальчик, я понравилась ему, а просто так в лагере в детском ну не останешься, я уже лошадь, мне 15 лет. И, короче, мы замутили с моим парнем. Короче, вот где-то справа смотри. Да-да-да, вот он, вот, так, вот здесь, вот он. Здорово. Теперь нам надо, да, где-то встать. Давай направо пробовать. Ходите?